Что-то я разрываюсь в настроении. То ли поработать, то ли купить что-нибудь нужно, не нужно, то ли отдыхать. Какие у вас планы на выходные? Поделитесь. Всем хорошего дня! Вы уже решили, где вы все завтра на День независимости? Если решили, решили. Чирик, воротенчик, будешь? Будешь палочку? Унес. Я решила все-таки покупку. Взяла два платочка, один в пакете потом покажу, один уже завязала и продолжу. Завтра салют можно будет посмотреть вот отсюда. Смотрите, там вот сцену уже поставили, экраны. Будет концерт и салют вечером. Я тоже сниму видео, как я иду, только оно будет не черно-белое, а цветное. Что-то мне надоели черно-белые краски. А кто досмотрел до конца, посоветуйте, пожалуйста, мне взять одуванчики или все-таки василек на День независимости завтра.